храма Двери Скала. Хотел показать вообще мощность самой рамы, то есть это мощнейшая металлоконструкция с колоссальной жесткостью, то есть она имеет несколько контуров металла, имеет очень толстые стенки, защиты ригелей фирменные монолит, они выполнены в двух плоскостях, то есть кроме того, что закрывается с торцевой стороны ригеля каленым металлом, обычным металлом и каленым. Кроме этого, они закрыты и фронтально, то есть чего нет ни у кого другого. То есть здесь тоже ригеля закрыты с этой стороны, тоже каленой пластиной, фирменный монолит. И кроме этого, обычного металла, ригеля закрыты обычным металлом, 30 миллиметрами обычного металла. То есть 30 миллиметров обычного металла и 5 миллиметров каленого. Это фирменная защита от выбивания ригелей монолит.